Гламурный фотограф Дмитрий Лошагин, обвиняемый в убийстве своей жены фотомодели, останется под стражей до ноября. Свердловский областной суд сегодня отклонил апелляцию защитников. В ходе заседания, проходящего за закрытыми дверями, адвокаты Лошагина назвали все обвинения голословными и просили изменить меру пресечения. Необоснованным арест назвал и сам Лошагин, участвующий в заседании через видеотрансляцию из СИЗО. Но суд не принял во внимание доводы защитников, тем более, что ранее у Лошагина были обнаружены билеты на самолет в Симферополь. Суд посчитал, что обвиняемый может сбежать. Напомним, известная фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина, по версии следствия, была убита в квартире супругов в Екатеринбурге, а затем вывезена в лес и сожжена. О нахождении Лошагина на месте обнаружения тела девушки свидетельствуют данные геолокации его мобильного телефона.